Так, ребят, всем привет. Может быть, кто-то не знает, теперь мы делаем балансборды. Вот такие вот замечательные доски для тренировки баланса под отдельным брендом EasyBoards. Поэтому решили записать серию видосов с обучающих, рассказать вам, как с этим снарядом обращаться, как сделать первые шаги, какие-то полезные вещи, какие-то упражнения, которые помогут вам развиваться в катании. В первом нашем ролике мы хотим рассказать о том, как встать на балансборд, если вы этого никогда не делали. Во-первых, крайне рекомендую что-то подстелить под валик, под доску, если у вас дома нет ковра или ковролина, что-то такое мягкое. Я использую обычный каремат, что очень даже, так сказать, удобно. Коврик для йоги тоже подойдет. Также, как и в любом катании на доске, вам желательно сначала определить ведущую ногу, то есть встать спиной к своему другу, чтобы он вас толкнул вперед, той ногой, которую вы придете вперед, она и будет у вас ведущей. У меня ведущая нога правая, так что я буду заходить на балансборд слева. Сначала ставим левую ногу полностью. Чувствуем опору, вот все, она стоит, у нас ничего никуда не выезжает. Потом ставим правую ногу на край и начинаем давить. Просто давите на нее и пытаетесь поймать баланс. Чтобы остановиться, вы также опускаете левую ногу и сходите. Для того, чтобы первый раз встать на балансборд, если вдруг вы не очень уверенно себя чувствуете, вы можете попользоваться какой-то опорой. На улице это может быть забор, дома это может быть стол или стул. В нашем случае это будет стул. Покажу, как это все выглядит. Держитесь, можете обоими, обеими руками, можете одной рукой держаться. И встаете и контролируете себя. Когда вы уже более-менее почувствовали, что вы чувствуете равновесие, опор, можете отпустить и дальше продолжать балансировать. Также можно им воспользоваться для того, чтобы и сойти. То есть, опять же, на него опираемся и аккуратно сходим. Что не надо делать? Надо пытаться удержать баланс ногами. Пытайтесь делать это весом своего тела. Естественно, ноги в коленях у вас должны быть всегда спружинены, как и при катании на любой доске. Давайте еще раз. Поставили заднюю ногу, поставили переднюю и, грубо говоря, просто надавили. Надавили и поймали баланс. Изначально, скорее всего, у вас будет получаться что-то такое. Надо в этом случае стараться сделать аккуратнее. Все. Поставить трубу как можно больше посерединке. И по чуть-чуть. Вот она у вас, если вы будете потихоньку уезжать от вас, то есть надо чуть-чуть сильнее. Все, ноги у вас пружинены, вес тела посерединке, и вы можете спокойно балансировать влево-вправо. Если вы научились вставать со своей стойки, попробуйте это сделать с другой ноги. То есть ведущую ногу ставим на лежащий конец доски и другую ногу также надавливаем. Надавливаем и ловим под собой баланс. В принципе, на этом все. Вопрос пишите в комментариях. Дальше будет больше интересных видосов. Скоро мы выложим ролик о том, как у нас все это дело производится, как они появляются на свет такие красивые. Лайк, подписка, колокольчик. Всем баланс!